Вера, никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, в то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением. Ему подчинена вся жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой и великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическим или иными путями – утопия, если не проявление паники и утраты перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших орудий. Я обращаю свой взор на немцев. Только наша нация может одержать и обязана одержать победу. В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италию, значительную территорию чешского и богемского протектората, Данию, Голландию. Это сердце европейской цивилизации. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере мы используем этот материал во имя нашей победы. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыпется. Главное управление имперской безопасности. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Вы свободны. Можно начинать? Да, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Свет нам не помешает? Сейчас быстро темнеет. Лучше все-таки опустить светомаскировку. Хорошо. Совершенно секретно. Личное дело Шелленберга Вальтера, бригадофюрера СС, начальника 6-го отдела РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года Шелленберга Вальтера, бригадофюрера СС, начальника 6-го отдела РСХА. Политическая разведка. Истинный ариец. Характер нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. Связей порочащих его не имел. Великолепный спортсмен. В работе проявил себя выдающимся организатором. Февраль 45 года, канун победы над нацизмом. События последней недели дают нам полное право так говорить. Наступление русских армий, взорвавших оборону нацистов на Одере, их мужество в Венгрии и Чехословакии стяжали вечную славу Красной армии. Ожесточенные морские бои свидетельствуют о полном превосходстве союзников. The
Успешно развивает наступление войска Эйзенхауэра и Монтгомери. Полная победа. В воздухе и на море окончательно и очевидно. Пропагандистская шумиха. Можете не переводить. After our landing in Europe in June 1944, the situation on the various fronts changed drastically. More and more allied troops are getting ready to go to the front. Canadians and New Zealanders, Britons and Americans are bringing freedom to Europe. France and Holland have been liberated. The mighty Russian offensive in the east has resulted in the liberation of Poland, Bulgaria and Romania. Nazism is now like a hunted beast. The blows dealt by the Red Army and the mighty onslaught of the Anglo-American troops amazed the entire world with their impetuosity. Пусть покажет нашу хронику. Пожалуйста, последний выпуск «Die Deutsche Wochenschau». Омерзительная пропагандистская шумиха. Но это правда, Рейхсфюрер. Перестаньте, не поддавайтесь панике. Welt zu beweisen, dass Deutschland nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen wehrbereiter und wehrentschlossener Männer verfügt, die den festen und unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Ein Vorbeimarsch an Dr. Goebbels beschließt die Kundgebung. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. Schwere Bomber sind in der Luft, die dem Hermann Göring-Schwader angehören. Europa kracht unter ihren Bombenangriffen zusammen. Achtgebern Torpedo. Unsere heldenhaften Matrosen gewinnen einen grandiosen Kampf nach dem anderen. Wir sehen den gepriesenen britischen Astro uns. Getroffen vom ersten Mal an. Мы не можем драться. Вы правы, мы еще можем драться. Но нам уже давно пора начать диалог с Западом. Промедление смерти подобно. Сейчас весна 45-го, а не осень 41-го, Рейхсфюрер. Благодарю за напоминание. Но я, представьте, каждый день смотрю в календарь, Вальтер, с утра. Что еще? Русская хроника. Их экстренный спецвыпуск конференции в Ялте. Интересно. Это по каналу Джона. Интересно, давайте. Пожалуйста, продолжайте.